У меня в руках находится самый сложный пазл в мире. Уровень сложности данной головоломки 10 из 10. Дело в том, что в данном пазле у нас 5 угловых элементов. 1, 2, 3, 4 и вот 5 угловой элемент. Также можно обратить внимание на то, что некоторые детали стыкуются нестандартным образом. Стандартный образ это вот такой, у нас 2 детали стыкуются. Но также есть некоторые, которые стыкуются нестандартно. Вот сейчас вы можете заметить. Так что данная головоломка действительно одна из самых сложных в мире. На решение данного пазла я потратил полчаса. Кстати, хочу обратить внимание на то, что у нас также в пазле нет рисунка. Все детали прозрачные, и каждую деталь можно поставить одной стороной, а можно поставить другой стороной. Это действительно один из самых сложных пазлов в мире.